Всем привет! С вами Иван Кожей. Сегодня у меня для вас, ну, отчасти сюрприз, новые сухарики. Вот, бренд Тортуга. Вот, ну, как я понимаю, это, скорее всего, фирмовые сухарики. Именно продаются они в определенном магазине. То есть магазин, типа, как бы под свою марку, что ли. Вот заказывают сухари, и их можно купить только у них. Вот, возможно, я ошибаюсь. Данные сухарики я нашел в сети фреш-маркета «Брусничка». Вот данная пачка 80 грамм, вот, обошлась мне в 4 гривны 95 копеек, причем это гренки. Вот, действительно дешевая цена, вот, где-то на пару гривен дешевле, чем основные наши бренды. Вот, поэтому, как бы, я предполагаю, что это действительно делается под заказ магазина. Вот, у меня в руках вкус телятина с аджикой. Вот такая вот красная, в принципе, красочная такая интересная упаковка. Приятной бумаги. Ну, давайте попробуем это дело на вкус. Вот, честно, не хотелось там, мне, в принципе, обозревать вот такие вот сухари именно определенных сетей магазинов, да, которые они делают под заказ для себя. Вот. Ну, по сути, я уже все сухари, которые там мог найти, уже все отснял. В принципе, вот сухари мне ни хрен больше снимать. Поэтому вот я, в принципе, решил попробовать вот это дело. Итак, друзья, треугольная форма. Хреночки треугольной формы. Вот нам это все знакомо. Вот мы это видели у бренда Snacking. Вот. Ну, больше ни у кого. Вот, ну, я смотрю, Тортуга решили тоже попробовать пойти на это. Но по толщине они более такие толстые, вот, чем у Снекина. Вот, попробуем на вкус. Ну, в принципе, скажу, что за 4,95 это отлично просто. Отличная цена и достаточно хорошее качество. То есть слышно телятину с аджикой, такой достаточно, ну, приятный вкус, что ли. И вот, плюс сухарик такой соленоватый, как в принципе полагает, и по качеству, ну, вроде как бы там особо и не отличается. Вот, то есть достаточно неплохие сухари за малые деньги на данное время. Вот мне в принципе нравится. Особенно нравится цена. Ну, по вкусу действительно телятина с аджикой, то есть такой же вкус, как есть у других производителей, вот, и особо не отличается. В принципе, съедобное. Не то, чего я ожидал. И это радует. На этом у меня все. С вами был Иван Кожей. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.